чемпионатов Европы и чемпионатов мира. То есть у девочки очень богатый опыт выступлений на международных стартах. К сожалению, начала она с потери предмета. Да. Еще сказать о бригаде композиции, о музыке. Значит, если гимнастка выполняет свое упражнение так, что музыка является просто фоном, это очень прилично наказывается в судействе. И если даже она чуть-чуть из-за какой-то погрешности музыкально опоздала вступить, то это тоже все отмечается судьей. Создать образ — это, безусловно, под силу только очень высококвалифицированным гимнасткам, которых мы обязательно сегодня с вами увидим. Да. Вот сейчас гимнастка выполнила мельницу круговую. Думаю, что судьи ее не засчитали. Кулаки были врозь, плоскость вращения булав не очень четкая. Казалось бы, мельница — это самое основное, самое простое движение в... Да, но вы знаете, вот для многих девочек то, что на тренировках и то, что на соревнованиях, к сожалению, отличается друг от друга, добавляется волнение. Закончила Мария. Появились оценки за выступление предыдущих гимнасток. И хочу сообщить вам, что пока на первое место судьи поставили представительницу Латвии Марину Кислухину. Она получила 12,975 балла.